не бей. Снимайте меня, не снимай меня. Не бей меня сильно. Камеру убери, приеду. Ребята, мы уже находимся на дружбах. Я забираю вот этого человечка. Мы идем сейчас проверять наш домик. И если у нас все получится, то мы уже включимся оттуда. Вот он находится за моей спиной. Я не знаю, сколько там этажей, но знаю точно, что там... Да, на самом деле, если даже там было 10 этажей, это было бы все равно круто, потому что там есть фасад, там есть трубы, есть где полазить, вообще есть п***ы, есть побегать, ему все п***ы. Вообще п***ы. Короче, гайсы, мы рулим сейчас по домик, будем смотреть наш залаз и уже двигать непосредственно дальше. Ой, мы только подходим к залазу, и у нас сразу здесь собрались и полиция, и пожарники, и вообще круто, вот смотрите сзади. Какой-то кипиш. Надеюсь, нам это все-таки не помешает залезть, потому что залаз у нас как бы палевный, и тут сразу такой дверь. Пожарники вместе с полицией уехали, как говорится, сектор clear. И мы теперь будем лезть уже на сам дом, без всякой задней мысли, что нас могут принять. Машины мы ждали, пока они едут, пока разойдется весь пидордвиж, который сходит по двору, потому что здесь были охранники, какие-то работяги, какие-то сотрудники парковки или что-то такое. Вот этот пидор, который здесь всегда мне мешает, сейчас что-то будет делать с моим ухом. Ну да, как-то так. В общем, они все разошлись, охранник куда-то ушел, и мы сейчас будем идти под сам залаз. Надеюсь, там нету камер, потому что я вроде чекал всю территорию, но именно тут отрезочек я чисто не видел. И сейчас буду подходить к трубе, если там никого нету, там нас никто не спалит, то начнем сразу подъем оттуда. Все, ребята, увидимся там. Залезли практически так, как все планировал изначально. Надеюсь, нас не спалили внизу на камере, потому что камера смотрит прямо перед залаз. Мы пришли в наглую, просто поднялись. Сейчас мы будем где-то пережидать на этажах для того, чтобы, если нас все-таки спалили, мы смогли где-то либо припрятаться, либо переждать и спокойно уйти, либо подняться на крышу. Обязательно сейчас, вот прямо сейчас, поставьте мне большой палец вверх за то, что мы так аккуратно, круто и нагло пробрались в эту постройку, наш домик. Ну все, мы сейчас отдыхаем и уже будем подниматься наверх. В общем, ребята, на последнем этаже, прямо перед дверью, которая выводит на балкон, который идет на крышу, стоит камера. Мы сейчас посмотрим какой-то другой альтернативный залаз для того, чтобы не спалиться. Но если мы все-таки ничего не найдем, то мы уже пойдем в наглую перед камерой и попробуем пройти там. Мы услышали на лестнице какой-то подозрительный шум, так как звучат двери. Поэтому мы решили спрятаться на одном из этажей, чтобы переждать. Кстати, смотрите, какой здесь.
кажется, внизу. Ну, короче, ребята, как видите, всегда наши идеи терпят фиаско. Но зато мы знаем, что мы пробрались на самый последний этаж. Лифт дальше не едет. Просто неудачники. И дальше два этажа, которые находятся над нами, это технические этажи. Есть, конечно, шанс, что они будут закрыты. И нам придется перелазить все-таки через крышу. Я предлагаю еще один этаж подняться под камерой, быстро под стеной. Я тоже так думаю. А второй этаж, все-таки последний этаж, долазить по трубе. Давай. Тоже так думаю. Че, погнали, нах? Точно готов? Ты всегда готов. На этаже готов. Ребята, погнали смотреть, что там. Ребята, как-то так, на самом деле. Даже если бы сюда же кто-то поднялся, мы уже все-таки вылезли, мы уже сняли. Галочка у нас уже стоит. Еще шпиль. Да, остался только шпиль, ребята. Ну, реально, ну, крыша очень годная, очень классная. Тут вид реально вот офигеннейший. Вот я уже не знаю, на сколько домах был, уже в разных районах. Вот реально самые высокие, самые эпичные залазы. Ну вот это один из самых красивых, наверное, таких, потому что здесь и Днепр видно, и окрестности Киева, и даже вот дальние районы, то есть очень круто, очень эпично, вот вообще, и постройка самая классная, и шпили здесь офигенные. Возьмите просто вот и поставьте лайк, вот тех, кто еще не поставил, вот просто за старание, за такие вот красивые кадры, за годные видосы, за то, что мы стараемся, мы пытаемся. И сегодня, кстати, 30 декабря, за день до Нового года, мы не сидим дома, мы берем, снимаем что-то, выходим, стараемся для вас, вот просто оцените это все. Все, ребятки, поднимаемся уже на сам шпиль. Идет Хилл, что-то рассказывает, я такой иду тоже на пофиге таком. Я такой поворачиваюсь, а там стоят два или три работяги? Два. И там стоят два штриха, такие курят ни в чем не... И мы такие, типа, здравствуйте. Здравствуйте. Это знаешь, как синдром арены. Блядь, ребят, вы вообще понимаете, где мы находимся? Мы пришли так, знаешь, как к себе домой на пен. Идем типа мимо них, пройдем и будем посмотреть. Да, идем на техническом этаже, просто и все, пошли. Да, ребята, короче, мы сейчас, как обычно, на похуй идем, на жестком таком, я не знаю, мы такие наглые, что пи***ц, нам кто-то когда-то пи***ц даст за такие вещи. Херню творил. У нас что не залаз, то какие-то сплошные приключения, вообще, понимаете? Чем мы... Вот сами посудите, вот сколько мы видосов, мы видосов 10 сняли, и ни одного вместе, галимого, галимого. Вот все видосы, которые мы снимаем вместе с Филом, вот, это всегда какой-то топ, какой-то трешняк, какой-то побег. Ну, я не знаю, настолько еще маха еще видосе не было, но чувствую вот с таким вот наглежом, как мы делаем, вот скоро мы кого-то реально... Или нас, или с толпой, причем большой толпой, либо мы кого-то...
пиздец. Ну вот прикиньте, сколько уже хейтеров у нас по всему Киеву. Сколько нам всего с рук сошло. У нас... Ну, я знаю, что нас смотрят работники арены, потому я передаю большой привет. Мы не хотели там вас это самое расстраховать или еще что-то. И особенно вот большой привет нашим последователям, которые лазят после наших залазов. Ребят, скажу одно, не лазьте после нас, потому что мы очень наглые. Если вы полезете после нас и вас примут, то вам и за нас дадут пиздюлей, и за то, что вы пришли. Вам дадут пиздюлей вдвойне, поэтому как бы не лучше не лазьте, но типа и вам хорошо, и нам хорошо. Мы уже очень близко, мы сейчас будем прилазить вот на вот это крыло. Я не знаю, что находится там. Да, думаю, тоже какие-то дома, что-то тоже интересное. Все, ребята, перелазим туда, уже смотрим, что будет там. Да. Плитка стоит. Ну вот... То, где мы находимся, вот это уже считается чуть-чуть незаконным. Но мы не проникнем, мы просто зашли посмотреть. Мы не имеем никакой цели здесь что-то сломать, либо что-то украсть. Ох. Ребятки, там в серединке сидит какой-то молодой человек, но он уже не совсем молодой, но. Там мы перешли отсюда, думаем, поснимай, да уходим уже. Ничего такого, мы не ломаем там. Ребята, мы еще один раз на кого-то нарвались. Это пиздец, это уже комбо, блядь. Все, надо выходить отсюда, делать ноги, пока нас не примет. Это был мега офигенный, мега крутой и самый такой, наверное, один из самых эпичных, самых красивых залазов. Обязательно подписывайся на канал, на мой канал, на Фила канал. Наставьте нам пальцы вверх со всех аккаунтов, на которых вы есть. Зарегайте бабушку, дедушку, маму, папу. Зайдите с их канала, поставьте нам пальцы вверх. Все, ребятки, с вами был Стас Агапов. Увидимся, давай. Jonathan Taylor Thomas, riding in the Hummer. See bitches like Joe, they see me and start to stutter. I'm sitting on butter, I'm smoking till the sun up.